Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире духовно-просветительская программа «Лампада», в студии Наталья Полянская. Сегодня проповедь о 10 прокаженных. Мы расскажем про мероприятие в литературно-музыкальной гостиной города Полоцка. В рубрике «Православие в вопросах и ответах» вы узнаете, в чем состоит таинство покаяния и как готовиться к исповеди, обязательно ли каяться перед священником, что означает причащение святых Христовых тайн. На эти и другие вопросы ответит епископ Полоцкий и Глубовский Игнатий. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь предлагает нам для назидания Евангелие о 10 прокаженных. Эти несчастные не имели права находиться среди здоровых людей, и поэтому, остановившись, издали они кричали: «Иисусе, наставниче, помилуй нас!» В ответ они услышали: «Идите, покажите священникам!» В этих словах Христа Спасителя было указание на их исцеление. Ибо тот, кто получал выздоровление от проказы, должен был явиться священником для свидетельства об их исцелении. И действительно, по дороге все прокаженные исцелились. Один из них, видя, что он избавился от такой тяжкой болезни, вернулся, чтобы воздать благодарение Христу. Сказано: «И пал ниц у ног его, хвалу ему воздавая». Вопрос о благодарении Богу очень актуален в годину испытаний и бедствий народных. Время от времени эта година, как сеть, покрывает всех живущих на земле. Люди страдают и гибнут в войнах, в общественных нестроениях, в голоде, в пандемиях. И в это время мы должны вспомнить, вернее, чаще вспоминать о Боге, который и в жизни земной, и в вечности всегда с нами. Священное Писание говорит: «Христос вчера, сегодня, тот же и вовеки». Он всегда с нами. И во время благоденствия, и во время бедствий, и в болезни, и в здоровье, и дома, и в больнице, и очень близок к нам в Его храме, в Церкви Божией. Он всегда с нами, но всегда ли с Ним мы с вами? Надо очень много потрудиться и многое испытать, чтобы не на словах, а по существу своей жизни быть всегда с Богом. Для этого мы должны очистить свою душу, которая до краев наполнена всем земным, приходящим, и в которой нет не только ничего духовного и вечного, а даже самого Бога. Прежде всего, мы должны научиться молиться. Нам всегда некогда, поэтому так редко молимся, а если и молимся, то не от души, а мимоходом. Нам надо научиться исполнять ее заповеди, которых мы не знаем и часто не хотим знать. Нам надо научиться понимать людей, которые вокруг нас, и сочувствовать им, тех людей, которых, как и нас, так любит Бог. Наконец, мы должны научиться дорожить временем, этим бесценным даром, через который мы приобретаем вечную жизнь с Богом. Мы должны научиться благодарить Бога за все и помнить, что Бог
не требует от человека за свои благодеяния ничего, кроме благодарной и признательной души. Аминь. В библиотеке имени Янки Купалы города Полоцка в рамках литературно-музыкальной гостиной «Под сенью духовности» состоялся вечер «За советом к батюшке». К собравшимся читателям и гостям вечера с пастырским словом обратился настоятель прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы города Полоцка протоиерей Владимир Радькович. В этот зимний вечер рождественского поста у нас есть еще возможность немножечко вспомнить и заглянуть в нашу душу, о духовных вопросах поговорить, какие-то свои вопросы задать, решить их. И как бы сегодняшний наш вечер, он, с одной стороны, продолжение той прошлой встречи, когда мы вспоминали почивших батюшек, которые трудились здесь, на Полоцкой земле, много чего сделав, все семя духовное. Это семя, которое они тогда посеяли, мы видели, что оно возросло. Все, конечно же, поздравляют с прошедшим праздником апостола Андрея Первозванного, великий святой. Он очень важен и для нашей земли Полоцкой, и белорусской земли, потому что есть такое предание, что он когда-то в свое время посещал, в том числе и наши земли. Первое семя о Христе, первые слова о Христе он как раз-таки возвестил на наших землях, нашим прародителям. Вот. И далее уже оно из поколения в поколение сходило, где-то немножко опять угасало. Но сегодня, слава Богу, мы имеем то, что имеем. Имеем и храм, имеем и сохранили веру нашу православную, вот, насколько это возможно. Поэтому слава Богу за все. И слава Богу, и благодарим и апостола Андрея Первозванного. На встрече прозвучало много вопросов к священнику. Какая разница между адом и раем? Чем отличается православная вера от католической? Зачем ходить в церковь? Отец Владимир предложил всем вместе осмыслить заданные вопросы. Выслушав мнение присутствующих, духовник литературно-музыкальной гостиной давал подробный ответ, согласно православному учению. Вопросы и ответы чередовались выступлениями гостей вечера. Звучали песнопения, духовные стихотворения, творческие и инструментальные произведения. Члены Союза писателей Беларуси Петр Буганов и Галина Загурская познакомили присутствующих с новыми стихотворениями. Также прозвучали авторские песни на стихи Эдуарда Осадова и полоцких поэтов Владимира Глушкова и Леонида Волкова. «Когда мне встречается в людях дурное, то долгое время я верить стараюсь, что это скорее всего напускное, что это случайность, и я ошибаюсь. И мыслям подобным, ища подтверждения, стремлюсь я поверить, забыв про укор, что лжец может просто большой фантазер, а хам, он, наверное, такой от смущения. В конце мероприятия протоиерей Владимир Радькович поблагодарил организаторов вечера и вручил постоянным участникам проекта «Под сенью духовности» благодарственные письма от прихода храма Покрова Пресвятой Богородицы.
В эфире рубрика «Православие в вопросах и ответах». Сегодня на ваши вопросы будет отвечать епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Наших зрителей интересует, в чем состоит таинство покаяния и как готовиться к исповеди? Ну, хотелось бы разделить прежде всего покаяние и исповедь. Это вещи, несколько отличающиеся друг от друга. Покаяние может быть состояние души. И покаяние человек должен приносить Богу ежедневно. Читая вечерние молитвы, мы заканчиваем молитвы исповедания своих грехов за прошедший день. А исповедь – это кульминация покаяния, когда человек перед Богом и священнослужителем свидетельствует о том, что он с этого момента хочет жить совершенно по-другому, что он с этого момента хочет измениться. И покаяние с греческого языка метания – это перемена образа мыслей, перемена разума нашего. То есть начинается оно изнутри. И покаяние внешнее и внутреннее – тоже вещи разные. Внешне можно совершить все обряды, а внутренне не понудить себя к исправлению. Поэтому хотелось бы, чтобы всегда покаяние сочеталось не только внешнее, но и внутреннее. Внутреннее изменение человека. Обязательно ли каяться перед священником? Такова традиция церкви. Так установил Господь, что человек не может сам себе прощать грехи. Грехи прощает Бог, а священник является свидетелем и будет свидетельствовать о грехах кающегося грешника на страшном суде. Поэтому священник, он не судья, он только свидетель. И священник, выслушивая исповедь, он никогда не приносит приговора. Здесь кающийся человек раскаивается и совершает над собой суд. Он как бы приносит приговор, что я грешен в одном, втором, в третьем. И Господь оправдывает его. А если человек оправдывает себя, то Господь осуждает его. Простой механизм, но как это все работает по отношению к душе человеческой, может человек только прочувствовать. Об этом нельзя рассказать и передать, только можно внутренне пережить. А имеет ли значение, перед каким священником каяться? Это имеет значение для самого кающегося человека, поскольку человек имеет расположение к какому-то священнику. Может быть, два священника, и тот закончили духовную школу, и тот правильно рукоположенный, и другой правильно рукоположенный. Один строгий, другой милостивый. И люди любят к одному идти как к строгому священнослужителю, потому что ему нужен такой вот пастырь. А другому нужен милостивый, который утешит, который пожалеет, как говорят, по головке погладит. И здесь, конечно же, человек сам должен определить, вот где механизм покаяния у него лучше работает. И определить священника, которому у него больше расположения. Выбрать этого священника своим духовником, чтобы он знал не только состояние души, а состояние его семьи, родственников. И такой человек является помощником в жизни. С ним решаются самые важные вопросы в жизни. Я, конечно, бы пожелал бы всем нашим зрителям иметь или найти себе духовника, хорошего священника, который в нужный момент подсказал бы, как поступить, как направить свою жизнь, чтобы она была Богу угодной. Что означает причащение святых Христовых тайн? Причащение святых Христовых тайн – это тоже таинство, установленное самим Господом на Тайной Вечере. И причащаясь святых Христовых тайн, мы приобщаемся Богу. Мы становимся частью чего-то. Тайны попаляют все наши грехи, все недостатки. Тайны дают благодать нам, чтобы мы имели силы для борьбы с нашими немощами и грехами. Спасибо, Владыка, за ваши ответы. Во славу Божию. Подходит к концу 2020 год. Провожая его, мы подводим итоги, благодарим Бога и просим у Господа благословения на следующий год. Будем надеяться, что Господь не оставит нас в год грядущий и благословит наши труды и дела. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. Следующая передача на телеканале «Звезда» выйдет 17 и 31 января.
До свидания, до новых встреч в 2021 году.